Всем привет, друзья! Трилогия о Void Spirit все-таки закончится на этом выпуске, но не стоит расстраиваться. Информации, которую он с нами поделился, хватит вплоть до начала самого Инта, и все оставшееся время мы попытаемся разгадать сокрытые намеки на грядущий сюжет вселенной. Ну а сегодня мы поговорим про богов, с которыми он успел контактировать, и кого призывает на помощь, а кого даже и отталкивает. Великое слияние – дело тонкое, посему приспешники и соратники не помешают. А по ходу видео вы узнаете, кто ими стали. А также постараемся дополнить то, что не было полностью раскрыто. Приятного вам просмотра! И вновь погружаемся в страну грез, вместе с четвертым небожителем. Погнали! Прежде чем подробно рассказывать о связях между героями, я хотел бы обратить внимание на внешний облик Иная. По итогу, как оказалось, его внешка очень даже хорошо продумана в плане лора и визуализации. Если вы внимательно следите за его лором, то вам должно быть знакомо следующее. Void Spirit был наставником для монахов Турстаркури из Смертного Плана. Это мы выяснили из этих реплик. Your masters misunderstood my teachings. But their folly ends with you. The Turstarkuri were consumed by their own folly. They let themselves be slaughtered. Опять же, облик Void Spirit и Пилигрима Антимага схож. Для начала обратите внимание на узоры, которые полностью покрывают все лицо. У Антимага слегка ответвлена сама линия, но при этом вся структура идентична. С этим спорить сложно. Плюсик к облику Иная. Второй момент касаемо облика этих двоих – это цвет и гамма антимага. Она также базируется на фиолетовом свечении. Если не придираться, то она такая же, как у первоисточника Турстаркури. Не мудрено сказать, что, скорее всего, у всех монахов был точно такой же узор на лицах. И основная гамма строилась на фиолетовом цвете. Доказать это невозможно, потому что другого представителя из Турстаркури у нас нет. Вторым плюсиком к облику Иная стала верная слуга сокрытого храма, Ланая, она же Темплар Ассасин. Вернемся буквально на минутку к тизеру Void Spirit, где Ланая находилась в его видениях. На этом ряде видно, что видеомейкер специально визуально нарастил прическу Ланаи, чтобы мы не увидели это. Опять же, если не придираться, то форма одна и та же, но чтобы в конечном счете они стали одинаковыми, пришлось бы делать реворк Темпларки. Ну и третий плюсик, который вовсе не является достижением, это линия всех четырех небожителей. Тут все логично и без сюрпризов. Это все та же отсылка на ответвление монахов Турстаркури и узора среди них. Далее перейдем к паку богов. Как старые и в том числе новый пантеон попытаются найти способ пережить великое слияние. В первую очередь, это фраза к так называемым небесным богам, то есть к Марсу и его отцу Зевсу. Инай в этой реплике ставит точку над превосходством самих богов. What does the word God mean to me, Puck? Even a god is nothing set against the void. При этом он не отрицает такую массивную фигуру, как Марс, и его брутальность производит впечатление перед Void Spirit'ом. Поэтому, если он продолжит яростно метать свои копья по приказу сокрытого хозяина, то вполне может и пригодиться. I don't mind your self-indulgence, Mars. Just so long as you keep swinging that spear. Селемена, богиня Луны и покровитель своих всадников, считается беспомощным в глазах Спирита, и он указывает на то, что та не смогла бы уберечь своих подданных, даже если бы приложила все свои усилия. Ведь Селемена славится заботой о своих детях, и когда те сами не справляются, то она с радостью откликается на их зов. Your goddess doesn't care to help you, child. Not that she could. Однако такие реплики всегда нужно рассматривать по разные стороны баррикад. Ведь если он оказывается со жрицами в союзниках, то слова Селемины приобретают вес, и якобы данное божество ручается за своих подданных и их талант. Your goddess vouches for you, so I'll acknowledge your presence. Мы совсем недавно познакомились с безымянной богиней удачи,
Справедливости ради стоит подметить, что это никакое не нововведение со стороны Valve, а всего лишь выход божества из тени. Вселенная Dota намного раньше указывала на это существование, но чтобы не быть голословными, приходилось прятать эту информацию. И детальное раскрытие пришло лишь с арканой Агрона. Итак, что думает Инай про эту богиню, которая по своей сути властная лишь над Огр-магом? The goddess of luck always was a moron. Далее божество Омнинайта. И кто только из нововведенных героев не усмехался над всезнающим и его абсолютной беспомощью в конкретных моментах. Из данных, которые нам предоставили разрабы, мы поняли, что Инай ценит лишь материальных богов, которые в нужный момент влияют на исход событий. Чем, конечно же, всезнающий не может похвастаться. Would you like to know what the omniscience is, purist? А вот следующее божество он признает в полной мере. Речь идет о Малероне Щупальце Ликим, который своевольничает над всеми морями и океанами вселенной Доты. При этом нужно помнить, что Малерон находится в подчинении у самого Посейдона, которого нам подтвердили уже множество раз. Но все-таки по сей день Посейдон очень хорошо спрятан в глубинах лора и находится в тени, посему даже не вмешивается в дела смертных, а уж тем более в другие дела, такое как великое слияние межпланет. Your god will need to find a new plaything. Ну вот кто пригодится четвертому небожителю, так это точно активное божество под названием Бескожие Близнецы. Их гончая уже успела сформировать некую репутацию над ними. Поэтому Инай делает скромное предложение через адепта Ксакатакля, то есть Блудсикера. Place our cause before your gods of gluttony, Bloodseeker. Но в этом контексте богов нам нужно подметить немаловажные реплики, которые относятся к Суну-кун. Ведь данный персонаж неразрывно связан с этой тематикой. Исходя из всего лора, вы должны помнить, что заточение короля обезьян происходило под надзором всех братьев-небожителей, в том числе и Иная. Но по своей сути, лишь боги остались недовольными Суну-куном, а небожители стали исполнителями. Впоследствии чего Манки Кинг отбывал свои наказания, в том числе и под горой. В связи с этими событиями есть вот такие три замечательные реплики от Иная. I serve no gods will come. I merely had later need of you, and this version is much more useful. You've provided much amusement, Wukong. It's always entertaining to see divine arrogance brought low. Немаловажной частью реплик, конечно же, стали тизеры, которые привнес Инай. И сейчас речь вовсе не идет про невыпущенные или безымянные реплики. Об этом я сделаю отдельное видео, где подкреплю слова фактами. А вот на данный момент обратим внимание на таинственные реплики к некоторым героям. В первую очередь, нам стоит ожидать появления хозяина Баратрума. Чуть ранее про него были блеклые упоминания, но теперь конкретика. Will your master show himself, or must I seek him out again? Стоит освежить память и вспомнить, что из себя представляет Spirit Breaker. Это создание пришло к нам из другого плана. В мир материи он пришел, чтобы участвовать в событиях, которые должны донестись до его первичной и родной вселенной. Материей он с легкостью воспользовался и сам собрал свое тело для смертного плана. Но вот, казалось бы, незаметной частью стало кольцо в носу. Оно служит напоминанием о бескорыстных приказах тайного господина, и это очень важная деталь персонажа, ведь от этого уже можно дальше отталкиваться. Следующий тизер – это амулет темных врат. Давайте послушаем. Why do you seek the Shadow Gate amulet, Moresca? I expect the toll of its use will not agree with you. Мы впервые слышим это название. До Инай никто не затрагивал амулет темных врат, и над его значением можно только гадать. Создавайте свои предположения прямиком в комментариях. Я также присоединюсь к этому обсуждению. Наверное, первая ассоциация, которая возникает с названием «Амулет темных врат» — это двери либо же портал, который позволяет владельцу проходить сквозь миры, если учитывать, что великое слияние появилось в этой же тематике. Далее, возьмем некий набор, который касается фундаменталов и смертного плана. Для начала озвучим следующее. Did you think I was one of your creations? The creator falls like all the rest. An eternity hasn't done any favors to your mood.
Нам точно известно, что Void Spirit – один из древних созданий. И так получилось, что фундаменталы на его фоне моложе. Когда Инай встречает Хаос Найта, он подтверждает, что не ищет союзника в его лице. I expected this. I never thought to find an ally in one such as you. Отношения между ними явно не сложились, но совет от Иная довольно дельный. Перестань преследовать Изалора, и, возможно, тогда он перестанет убегать. If you stop chasing, perhaps he'd stop running, Chaos Knight. А вот к Изалору совсем зеркальное отношение. Даже по ту сторону реки небожитель говорит, что никогда не желал и не хотел гасить первый свет в его лице. It brings me no pleasure to extinguish the first light. Таинственного Энигму предупреждает, что неправильный путь они избрали, и это все приведет к разрушению Вселенной. This will play havoc with the universe. We could have accomplished much as allies, Enigma. Void косвенно подтверждает нам, что Ио самый старший из фундаменталов, как бы это парадоксально ни звучало. I hardly remember a time before you, Io. This battle can hardly start without the pair of us, Io. You cannot escape me, Io. Our paths are linked. И все вышеперечисленное переносит нас прямиком на смертный план, где разворачиваются основные события Доты. И, конечно же, фундаменталы взаимодействуют по сей день. Предлагаю послушать прекрасный монолог о нашем мире. I have seen everything just beyond this moment. But there soon comes a point where I am blind. I do not worry. I have made every preparation for what I imagine lies ahead. I do not enjoy how it feels to walk the mortal plane. But mortals themselves can be quite amusing. The decisions they make are nothing but astounding. But how can they choose otherwise? They cannot truly see. I do not stop their scurrying if I can help it. And if they get in my way, their deaths will not be unkind. Далее, нам нужно обратить внимание на тех, кто как раз-таки не из этого мира, и кто непосредственно связан с началом битвы древних. В первую очередь это Зет, третий осколок, который по итогу не смог совладать со своими упрямыми братьями. You thought you understood the true nature of this conflict. Fool. Смертные также в полной мере не оценили задатки такой важной фигуры, как ОД. Инай считает это большим упущением, даже при его уничтожении. The fall of the last guardian, and no one left to recognize its import. Хозяин Клозурема, он же Безликий, считается Инаем ключевой фигурой. При этом они имеют разногласия в глобальных вопросах, и по сей день они не пришли к общему пониманию Великого Слияния. I watched the evolution of your kind with great curiosity, Dark Terror. You understand the dangers that lie ahead, and yet you stand against me. Удивительно, что следующий герой, как выясняется, также находится в Абсолюте, правда имеет высокомерные задатки, но с большим потенциалом. Your tastes are timeless, Nightstalker. I expect you'll never change. Все другие реплики, на мой взгляд, являются больше пафосными, нежели важными. А вот все то, что влияет на сюжет вселенной, мы с вами подробно обсудили. Вся эта информация будет пополняться вплоть до самого главного события мира Доты. Ну а мы за этим вместе последим. Нажимайте лайки и обязательно колокольчик. Подписывайтесь на канал. Здесь говорят про вселенную Доты. Спасибо вам за просмотр и увидимся уже в другом видео. Беатрикс заждалась в чужеземье. Всем пока!